доступна услуга заказа объявлений на телеканале ОРТ через интернет на сайте ort-tv.ru. На вахту требуются лицензированные охранники. Телефон 8 987 798 70 98. Керамзитовый завод приглашает электрогазосварщика, трактористов на Т-130 и Т-170, а также электромонтера и рабочего. Зарплата от 50 тысяч рублей. Официальное трудоустройство. Телефон 695-333. Требуются водители категории С. Телефон 283008. Срочно требуются сотрудники для охраны объектов. Телефон 8 987 870 56 31. Требуется водитель-экспедитор на автомобиль «Газель Термичка», развоз продуктов питания. Зарплата достойная. Телефон 8 922 829 88 99. Требуется разнорабочий, зарплата высокая. Телефон 92 12 20. Стабильную организацию «Благоустроитель» требуются дорожные рабочие, водители грузовых автомобилей и погрузчиков, а также машинисты катков, сторож и кладовщик. Зарплата достойная. Звонить 61 52 27. Требуется сварщик. Зарплата 110 тысяч рублей в месяц. Телефон 290 290. Требуется уборщица и дворник. Телефон 28 34 36. Требуется мастер-бригадир на производство. Зарплата высокая. Телефон 92 12 20. В столовую требуется посудница. Телефон 25 93 45. В гипермаркет «Лента» по улице Чкалова, 51, требуются уборщица и дворник. Телефон 8 961 914 50 71. В пекарню на ночные смены требуются сотрудники. Зарплата достойная. Телефон 901-203. Срочно требуется повар «Универсал». Телефон 8 987 874 89 64. Требуется грузчик-сортировщик. Оплата ежедневно. Телефон 96 36 16. Требуется водитель на автобус «ПАС» развозка. Телефон 90 37 01. Требуются охранники. Телефон 96 48 86. В строительную компанию требуются подсобные рабочие. Звонить 8 961 932 19 36. Требуется газорезчик. Телефон 45 53 65. Требуется уборщица в компанию «Профметалл» на улице Монтажников. Телефон 44 48 88. Торговой организации в центре города требуется охранник и уборщик. Телефон 31 07 30. Требуются охранники. Телефон 8 919 619 62 22. Требуются уборщица и грузчик. График 2 через 2. Обращаться по телефонам 57 25 01 или 8 987 860 12 50. На производство тротуарной плитки требуется мастер-бригадир и рабочие по изготовлению тротуарной плитки. Достойный доход. Предоставляется общежитие. Телефон 8 906 831 01 52. Требуются лицензированные охранники. Зарплата 25 тысяч рублей. Телефон 8 987 798 70 98. Требуется машинист погрузчика. Звонить 90 73 63. Требуются охранники. Телефон 51 21 81. Требуется грузчик. Зарплата 40 тысяч рублей. Телефон 45 53 65. Требуется бухгалтер и менеджер по продажам. Зарплата от 40 тысяч рублей. Телефон 290-290. Требуются охранники. Оплата до 2300 рублей за смену. Телефон 96-11-76. Требуется начальник производства. Окна ПВХ. Зарплата высокая. Телефон 92-12-20.
требуются полировщик мрамора и гранита, оператор станков с ЧПУ, маляр порошковой покраски, токарь. Зарплата от 80 тысяч рублей. Телефон 290-290. Требуются продавец и уборщица в баню. График сменный. Телефон 8-909-616-61-97. Требуется уборщица в автосалон. Телефон 43-73-73. В Оренбургстат требуется слесарь-сантехник с опытом работы и подсобный рабочий. Оформление по Трудовому кодексу, соцпакет. Звонить по телефону 31-27-23. В Оренбургстат требуется специалист по работе с кадрами с высшим профессиональным образованием и опытом работы. Официальное трудоустройство, соцпакет. Условия работы и оплаты при собеседовании. Телефон 31-25-75. В мебельный магазин требуется менеджер по продажам. Зарплата от 50 тысяч рублей. Телефон 8-922-817-14-20. Требуется сварщик. Телефон 92-35-40. Организации. Для работы в Оренбурге требуется водитель категории БД с опытом работы от 5 лет. Имеется развозка, график сменный. Телефон 8-932-540-2002. Ищешь работу? Смотри программу «Видеоблокнот» на нашем сайте ort-tv.ru.